Всем привет, ребят, меня зовут Денчик, и вы просили что-то новое. Но, как говорится, новое — это хорошо забытое старое. Еще FIFA 14. Мы с вами начинали наш хэппи-гулаки, собирая сборную России. В целом, изначально суть этой рубрики была собрать изначально задуманную команду. И, конечно, если мы с вами будем собирать сборную России или сборную Бельгии, на это уйдет достаточно много выпусков. Но если собирать достаточно популярную сборную, такую как, например, Франция, то, в принципе, все может закончиться достаточно быстро. Особенно, если мы будем с вами изначально играть по упрощенным правилам. Хотя, в принципе, правила те же самые, просто вместо случайных игроков мы сразу будем открывать золотых. Ну и в отличие от обычных сезонов, мы сразу начнем играть в Викинг Лиге. Короче, эти объяснения вообще ни к чему. Идем с вами на футхед, открываем 18 золотых игроков, всех добавляем в наш состав и в запас, и идем в Викинг Лигу собирать Францию. Компания. Ну что же, мы с вами начинаем, и 18 золотых игроков мы всех с вами берем, и может быть будут сразу французы. Первый игрок — это Кук. Ну, мы как бы его берем. А вот и, кстати, первый француз. Нам, в принципе, по финалу не особо важно, какой у нас получится рейтинг. Самое главное, чтобы команда была полностью из Франции. Конечно, здорово будет, если у нас будут хорошие игроки, нам все-таки в Викинг-лиге играть. Первый француз есть, одну позицию мы с вами закрываем. Чисто теоретически мы с вами можем за один выпуск все закончить, но это, опять же, чисто в теории. Старк Лоренте. Не буду произносить его фамилию. Йоунс. Второй француз, ребята. В нашей стартовой команде уже есть два француза. Это, в принципе, неплохо. Хотя французы, конечно, так себе. Бюстгальтер. Наш форвард. А вот от Мбаппешечки, я думаю, я даже до конца, собственно, того, как мы собираем французов, не откажусь. Это гениально просто. Это один из моих любимых нападающих в этой игре. Он просто потрясающий. Во всяком случае, в начале FIFA, когда я еще не играл за Тоти Роналду, за Зубастика Роналду, этот парень у меня был в основе. Десятый игрок — Фишер, и остается еще 8. Андон. Доусон. Классный центральный защитник с высоким пейсом. Тока Якамби. Даниэль Старич. Ну, кстати, неплохо. Дюрм Иванович. Натхо. И последний игрок — это Антонио Валенсия. Слушайте, составщик начальный, очень даже боевой, по-моему. И сейчас давайте посмотрим, что из этого всего получится, какой состав мы с вами соберем, и отправимся в Викинг Лигу. Знаете что, по-моему, я какой-то невыполнимый для себя челлендж поставил. Во-первых, в Викинг Лиге нету слабых соперников. Во-вторых, посмотрите, что у нас получилось. И я думаю, вы не успели заметить самого главного. У нас нету голкипера! У нас нету ни одного вратаря в этой команде. В итоге, этот замечательный парень с пейсом 29 и вообще в целом с великолепными показателями встает на ворота, и, честно говоря, я даже не имею представления, что мне нужно будет сделать, чтобы я победил такой командой. Остается хотя бы забить просто несколько мячей и немножко усилить наш состав. Это будет очень тяжело, ребят. Я надеюсь, что вы поддержите проект лайками. Ну и пора встретиться со своей судьбой. Ну и в итоге мне пиздец. И это не преувеличение, так и будет. Он еще и киберспортивную паузу берет. Но самое главное, что это FIFA. Она всегда помогает бичам, и в этот раз бич — это я. И может быть сейчас мы проведем с вами атаку и забьем гол, Даниэль Старич! Просто вторая минута, и мы забиваем гол. За это мы с вами получим 3 золотых игрока. Отлично. Бичи вперед. Я надеюсь, что игра продолжится в этом же духе. Самое главное — не давать бить по воротам. У нас на воротах-то центральный защитник. Ну, лучше не давать. Сонно ударно, и хрен тебе. Меня выручает игра. Долго мы так с вами, конечно, не протянем. Соперник, ну, явно не хочет проиграть моей команде. Он снова попадает в перекладину. Честно, я нихера сделать не могу, но соперник бьет мимо. Мбаппе и Старич, в принципе, они могут постараться сделать игру, но нет. Здесь уже просто наверняка раскат. 1-1, хотя, может быть, сейчас нам игра снова будет помогать. Не, ну в первом тайме мы были лучше, это точно. И мы вообще красавцы, то что 1-1 играем без голкипера нормального. Ну а статистика, кому она интересна? Время делать замены. Выпустим Йонаса вместо Фишера. Выпустим Бюстгальтера вместо Антона. Ну и пока что все. На самом деле Антонио Валенсия — один из лучших игроков нашей команды. И один из немногих, кто может что-то сделать. Что-то придумать. Передача на Старича. И здесь открытый один. Да как ты мимо ударил, Калигури? Ты мог сейчас нас просто вывести вперед, но ты был в офсайде. Слушайте, а второй тайм-то совсем другой. И сейчас, Мбаппе, реши, пожалуйста. Блин, почему так плохо ты ударил? Это был отличный шанс. Во втором тайме мы имеем абсолютно другую команду. Мбаппе, давай! Да, 2-1!
боже мой, мы такой командой обыгрываем просто там каких-то сонов, информов, эриксонов и так далее. Жесть! Ух, так, ну это понятное дело, то что все до поры до времени. Я не думаю, что мы победим, нас сейчас могут дожать вполне. Для этого сопернику делать-то особо ничего и не нужно, но наш голкипер нас спасает. Что происходит? Посмотрите, какая еще одна атака, Старич! Можно самому ударить издалека, попадает Волкера. Соперник паникует, его можно понять, он проигрывает такой команде со своей хорошей, добротной командой. Возможно, он даже какие-то результаты в Викинг-лиге делает. Главное сдержать финальный натиск соперника, но удар низом приводит к тому, что соперник сравнивает, ну и... Это было очевидно, это было логично, что вряд ли мы дотянем до победы. Между тем, финал тайма мы с вами проводим в атаке. Возможно, навесик рандомный какой-нибудь получится замкнуть. Но, кстати, еще есть один шанс. И тут Даниэль Старич удар! Ферман, Фарман, он отбивает, сволочь! И у нас угловой. Возможно, последний шанс что-то сделать, но здесь отвратительно подан он. Хотя Калигури удар! Что это за удар? И, ребята, овертайм. Ну и по статистике, второй тайм за нами. Я напомню, что мы играем с вами без нашего голкипера, а соперник с Фахерманом все забирает, сволочь! Так, вот это сейчас очень опасно, эти раскаты он ждал. Он довел до того, чтобы он смог ударить, и никто его не накрыл, потому что голкипер такое, конечно же, не вытащит. 3-2. Я не скажу, что мы на этом с вами остановимся. Даниэль Старич, отличная атака, и сейчас нужно передачу, и давай 3-3! Блядь, как? Как сейчас Фахерман опять вытащил? Это была просто супер атака. Которая? Да, блядь, забивайте вы мячи! Ну что вы творите? Удар где? Это просто дикая эмоциональная игра. И мы могли на самом деле даже выигрывать. Победа нам с вами, конечно, уже не светит. Но вот забить еще один гол было бы очень неплохо. Потому что 9 золотых игроков это лучше, чем 6. Но знаете, что радует? Что таким составом мы все-таки сумели навязать борьбу достаточно хорошему сопернику Викинг-лиги. И, возможно, даже еще один гол будет, Мбаппе не добегает, но атака продолжается, давай, туда, на фланг, и давай, да, 3-4, слушайте, а что насчет того, чтобы еще вообще закомбэчить и по пенальти выиграть? Я, конечно, понимаю, что это фантастика, но все же, 9 золотых игроков мы с вами получим за, фух, за этот матч. Что-то он уже сыт, он уже не идет в атаку такими большими силами, как шел. Ну ты серьезно? Вы посмотрите, он катает мяч. Этот петушара против моего состава тянет время, ты серьезно? Вот же сыкло обоссанное. Давай, Старич, наказывай его. Ай, не развернулся. Ну что ж, матч, к сожалению, так и заканчивается. 3-4, мы достойно бились. Я считаю, это выше всяких похвал сыграть так, таким составом, без голкипера, против... Давайте еще раз посмотрим на его состав. Салах информ, Сон информ, Эриксон, Погба, Видаль, Канте. Да это просто жесть. И мы с вами бились достойно. Мы забили 3 мяча, за что мы с вами сейчас откроем 9 золотых игроков. Я надеюсь, то, что эти 9 золотых игроков усилят наш состав. Потому что, честно говоря, таким составом играть в Викинг-лиге практически нереально. Но весело и интересно. Давайте... Пойдем на футхэт, откроем 9 золотых игроков. Это было очень жестко, но в то же время очень круто, потому что мы были в шаге от того, чтобы победить. Да, мы могли победить этим составом Викинг-лиги. Я надеюсь, что сейчас 9 игроков будут классные, и они нам помогут, собственно, выигрывать Викинг-лиги. Но этого игрока давайте не будем засчитывать по-братски. Мне сейчас очень сильно нужны игроки, потому что СБЧ такой карточки у меня все равно нету. Флоренцы, это да, возьмем. Кабасели. Тоже возьмем АПЛ, почему бы и нет. Габриэль, ЦАП. У нас, кстати, нету такого прям ЦАПа-ЦАПа, поэтому ЦАПа-ЦАПа мы возьмем. Еще один нападающий, который нам не нужен. У нас достаточно нападающих, так что нет. Битинкурт возьмем. Слушайте, ну у нас будет голкипер. Я, конечно, не знаю, способен ли кто-то круче отстоять, чем наш Доусон. Тем более голкипер Самаса, мне кажется, такое будет очень специфичное мероприятие. Информ, тем более. И не факт, что он будет хорошо стоять. Но да, мы его возьмем. Это все-таки голкипер. Круз, информ. Вот это, кстати, здорово. У меня есть его красная карточка. Так что мы выйдем в Викинг-лигу, покажем, что мы вообще охрененные ребята. У нас красная карточка Круза есть. Возьмем, конечно. Еще один голкипер. Перин. Кстати, вот этого парня, я думаю, я возьму и поставлю в основу. Тогда Самаса нам особо и не нужен. И последний игрок... Харник, это нет. Ну вот нечто подобное получилось после второго открытия игроков на футхеде. Это выглядит уже, конечно, намного лучше, чем выглядело изначально. И остается надеяться, что сыграем мы как минимум не хуже. Эх, статы Викинг-лиги сливаю, ну да пофиг. Это
просто пиздец. Анри, Стерлинг, Де Брюйне. Но в отличие от прошлого раза, у нас появился голкипер, который будет нас иногда выручать. Ну и также у нас появился красная карточка Круза, которая чё творит? 1-0! Наша команда снова выходит вперед. Посмотрите, какой удар слева. Кстати, какая у него нога, интересно, рабочая? Я вот не глянул. А это, между тем, очень важно. Какую баночку он кладет? 1-0, 6-я минута. Просто это было сейчас потрясающе. Не успел Райкард, по-моему, и Круз перебивает Де Гею. Так, нет, ну отбили же, ну, блять, отбили же. Ну чё же прямо ему на ногу все полетело обратно. 1-1 тут же сравнивается. Конечно, когда там одни иконы, они все сами делают, а у нас голкипер вот такие вот мячи пускают. У него было времени подумать масса. Мне кажется, Доусон бы справился. Давайте, ребята, есть шанс сравняться, и нужно это делать. Круз с разворота, но не совсем удачно. Так, подача в штрафную. Здесь защитники не выпрыгнули, но голкипер справился. Так, все у соперника проходит. Мне это не нравится, и даже в ближний угол Франк Райкард забивает гол. Блин. Ну, обидно то, что сейчас пропускаем. Во всяком случае, здесь бы, ну вот в защите поиграли чуть надежнее, можно было бы навязывать борьбу. Ну и теперь остается играть только на счет, потому что чем больше мы забьем, тем больше мы откроем. А забивает, это, кстати, не Круз не случайно, там за хэтрик же мы с вами, знаете, сколько получим карточек. То, что мы с вами забили 2, это, конечно, потрясающе, но пропустили мы уже 5. Короче, нужно просто забивать сейчас мячи, неважно сколько, самое главное побольше. Ну все читается, но, блин, не получается контролировать игроков так, чтобы они закрывали нужные позиции. Тариджа вместо Бюстгальтера, Флоренса вместо Биттенкорта, попробуем так. 6-2 это, конечно, катастрофа, но вот если будет, например, 6-3, это уже будет не так обидно. Все это, конечно, читается, но игроки наши, ну, совсем не успевают, и голкипер наш тоже делает не совсем внятные вещи. Серьезно, красную карточку мне дают за легенькое касание. Впрочем, обороняться у нас уже давно нет никакого смысла, так что будем забивать мячи. 7-3, Мбаппе, хорошо, 9 золотых игроков. Ну и сейчас, чем больше забьем, тем, конечно же, лучше. Круз делает уже, по-моему, второй свой гол, если не третий, это уже здорово. 7-4. А стоило всего лишь всем нападение пойти. Не, ну так глядишь, камбэк из Рила окажется. Сейчас передача, и можно ударить Мбаппе. Блин, Де Хея, что ж ты тащишь? Давайте, нужно еще забивать. Блин, правда, передача шла не совсем на того игрока, которого я хотел. Давай! Да блин, Де Хея, ну зачем ты отбиваешь? Ну дай мне еще забить. Облажается, не дадим ему забить, а может быть и дадим, кто знает. Сейчас как сыграет наш голкипер, и все. Матч, скорее всего, сейчас закончится. 7-4. 4 забитых мяча. Это 12 золотых игроков, что, в принципе, само по себе достаточно неплохо. Но чтобы побеждать, нам нужно усиляться. И сейчас я надеюсь, то, что у нас это получится сделать. 12 золотых игроков на футхеде. Честно говоря, очередной раз понимаю, что задачу себе придумал я ультрасложную. Побеждать в таких матчах крайне тяжело, тем более таким составом. Но окей, 12 золотых игроков мы с вами все равно заслужили, и мы с вами получаем француза. Талисо, 84 рейтинг, информ, карточка, отлично. Это уже четвертый француз в нашем составе, нам остается еще 7, естественно, на каждую позицию. И, в принципе, наш сезон Happy Go Lucky Light закончится. Команда из французов будет собрана, при этом мы с вами играем в Weekend League, это очень тяжело. Но Талисо может, на самом деле, добавить к нашей команде очень-очень неплохо так. Смолов! Федор Смолов! Если бы мы собирали Россию, это было бы бинго. Ну, кстати, собирать Россию по такому формату, наверное, это вообще просто жесть. Французов хотя бы много, а россиянин, вот он первый падает. И что мне с ним делать? И Скуэрдо, игрок из английской премьер-лиги. Очень, кстати, неплохой, на заменку я его возьму. А как насчет еще одного француза? Уже 5-й француз в нашей команде. Не знаю, как правильно произнести его фамилию. Но Флориан, это наш правый полузащитник, который присоединяется к нам. Нет. На заменку возьмем, я думаю. Нет. Дза-дза. Ну, я думаю, нет. У нас все-таки с нападением все неплохо. Нет. 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 И последний игрок. Бендер. 83, опорник. У нас, в принципе, много, на самом деле, немцев получается. Я думаю, Бендера тоже возьмем. Да. Есть, на самом деле, теперь над чем подумать, потому что достаточно много игроков присоединяется к нашей команде, и нужно как-то их скомпоновать, как-то их уместить в одном составе, и, в принципе, после этого может получиться уже достаточно очень неплохая команда, которая способна одерживать победы в Weekend League. Ребят, надеюсь, то, что выпуск вам понравился, надеюсь, то, что идея и проект вам понравилась, и вы ждете продолжения. Если так, то ставьте лайк, обязательно
обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и с вами был Денчик. Еще увидимся!